15 апреля три многодетные семьи начали свое утро со спорта. Они бесплатно посетили современный бассейн в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева. Такую возможность родители пяти и более детей получили благодаря указу главы региона. Теперь данная категория граждан может посещать один из ФОКов раз в месяц. Каждую субботу с 8:30 до 10 утра многодетные семьи могут посетить наш спортивный комплекс. Кроме того, в наших тарифах предусмотрены льготы для тоже в том числе для многодетных семей, для других категорий граждан. В соответствии с этими льготами на 30% дешевле можно в любой будний день посетить наш спорткомплекс и воспользоваться не только бассейном, а всеми услугами, которые здесь мы предоставляем. Для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного посещения спорткомплекса, родителям пяти и более детей необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и удостоверение многодетной семьи. Сотрудники учреждений всегда готовы встретить гостей и объяснить дальнейший порядок действий. Нам бассейн понравился, хорошо. Вода теплая, хлоркой не пахнет. Для нас это большой плюс и материально, и эмоционально всей семьей прийти в бассейн. Нам очень понравилось, очень хорошо, как бы приветствуют нас. Детям очень нравится. Будем еще сюда ходить, нам очень понравилось. Хорошо, что вот нам выделили вот так вот, что бесплатно ходить как бы раз в месяц, но это очень хорошо. Потому что самим как бы нету средств, да, потому что вот много детей как бы, а и каждого сводить это надо много денег. В распоряжении юных гостей ФОКа было целых 1,5 часа для того, чтобы проверить свои способности на воде. Дети постарше не по одному разу успели преодолеть 25-метровую дистанцию от бортика до бортика, а также помогали тем, кто еще не умеет плавать. К слову, в помощь начинающим пловцам в комплексах бесплатно предлагаются принадлежности, помогающие удержаться на воде. Мне здесь очень нравится. Здесь очень много пространства, можно покупаться. Есть специальные, так скажем, штучки, чтобы как бы не утонуть человеку, если он не умеет плавать. Я пытаюсь как бы научиться плавать, хотя как бы я не умею как бы вообще. Мне здесь очень нравится, и я хочу сказать огромное спасибо за то, что у нас есть такая возможность побывать здесь. Все многодетные семьи, желающие бесплатно посещать бассейн, могут ознакомиться с правилами на сайте физкультурно-оздоровительного комплекса или уточнить информацию по телефону.